Всем доброе утро. У нас сегодня по всей Испании праздник какой-то, не знаю какой. То есть нерабочий день. Еще какая-то свадьба здесь наверху в такую рань, очень странно. Но вообще в этом году все странно. Приехала, два круга дала, парковки вообще нету. Кое-как втюхнулась там в такую дырочку малюсенькую. В общем, трындец капец. Собачки там. Красивый, да, вот балкончик. В общем, да. Два раза. Да замолчи ты. Один раз проехала какой-то грузовик на моем пути. Вот там вот. Стояла, ждала. В общем, чуть-чуть опаздываю. Я не знаю. Знаете, у меня вообще все закрыто сегодня. Но у нас тут свои законы, как говорится. Вот. Поэтому бабушки, они, я вообще... Ну, я и праздники работаю. Позвонили, придешь, приду. И все. Иду. Ой, блин. Какая у нас погодка, видите, тут люди сидят. Служба идет. В общем, непонятно. То ли свадьба, то ли, может, крестины какие. Не знаю. Дама с зонтиком. И дама с собачкой. Сегодня, как оказалось, не свадьба, а... коммунион, первое причастие. Вообще, коммунион и первое причастие проводится в мае. Там после Пасхи как-то считается. Вот. Первое причастие у детей в 10 лет происходит. Есть много видео с этого праздника. В этом году у нас должно было быть два первого причастия у моих подруг. Но с этой ситуацией, в общем, все перенесли, видите, на август, сентябрь. Вот. Конечно, это уже совсем, ну, не очень религиозно, потому что там считается как-то от Пасхи. Вот. Ой, блин, платье. Платье вздувается. И вот сегодня было такое первое причастие для детишек. У меня вот осьминожка осталась, как говорится, ни туды и ни сюды. Я сейчас, значит, что сделаю? Отварю из спагетти и смешаю все вот с этим вот. Картошки здесь уже нету. Соус обалденный. Будет у меня такой спагетти. Как вам такая идея? У меня все впрок, ничего не выбрасывается. Вот. Сейчас спагетти отварю, будет вкусняшка. Смотрите, какой у меня сарафан есть. Ему уже лет 5, наверное. Но мне он очень нравится. Но я в этом году его всего лишь вот первый раз надеваю. И куда ты побежал? Погавкать на соседскую собаку? В общем, мы сегодня не пойдем гулять, так как сегодня праздник. И я боюсь, что сегодня опять будут хлопать всякие там хлопушки и все такое. В общем, мы сейчас поедем в Альмунеко. Там хочу заехать в русский Кристине. Правда, я сделала заказ, но на четверг. Там лучше ей заказывать. Что-то вянут. А что, почему вянут, не пойму, что за причина. Там у кого-то день рождения. Это нормально, а вот эти вот почему-то вянут. Не знаю, вроде полила и все. Вот, сделала заказ, потому что лучше заказывать ей. Там, знаете что... Что, почем и как. И этот вот тоже вянет. Сырой. Может, наоборот, залила? Или что? Не пойму. Не пойму ничего. Вот. Ну, знаете, зефира хочется. Может быть, еще каких-нибудь вкусняшек. У нее там посмотрю. В общем, вместе поехали. Такой ветер на пляже. Приехала Кристине. Не знаю, есть там у нее что-нибудь вкусненькое, типа зефира. Я еще хочу пряники шоколадные. Посмотрим. Это все тоже Кристине. О, ветрище такое. Может, приехала. Привет, Кристин. Есть у тебя что-нибудь вкусненькое?
Ну, я тебе заказала же. А селедка привезешь? Нет? В банках. Может быть, и в банках. Так, у нее вот здесь все. Мармелад не хочу. Во, зефир, кстати, в шоколаде. Вот его-то я и хотела, кстати. Так, как зефир возьму. А еще мне, знаете что? У нее палочки есть. Кукурузные. Много говорит, вкусного будет в четверг. Но я заказала все в четверг. Ой, семечки, смотрите, есть. Эти попробовать взять. Базиму семечки. 6 штук, и вот тут 6 штук. Какой получится? Даже не знаю. Без консервантов возьмем вот этот. Сюшки. Там что-то, смотрите, еще всякой, всякой всячины. Приправы. Даже сода, представляете? А это что такое? Ой, что это такое интересное? Девки пляшут. Это что такое? Что-то лимонное в шоколаде. Ну ладно. Я думаю, хватит. До четверга доживем. Сок березовый даже есть у нас, представляете? Как в Париже. Заправка для борща. Вот это, кстати, хорошая приправа. У меня еще там есть немного. А может, шпроты взять? Так, это что такое? Что-то непонятное. Оксаночка! Оксаночка! WhatsApp! Что говоришь? В общем, ладно. Хватит. Я, в принципе, за зефиром ездила. Ехала. Смотрите, моя подруга Гуля. Вы ее видели несколько раз. Не буду, не буду. Они будут открывать вот такой вот дискотека, не дискотека. Мы так приехали к ним на обзор посмотреть. У них тут все будет красиво. Вот такая у них будет вывеска. Сейчас, правда, тяжелые те времена, но вот они, видите, рискуют, как говорится. Такие вот все будет. С утра можно завтраки будет приходить. А потом... дискотека. Пока, конечно, она говорит, много всего делов еще у нее. Но ничего, Москва не сразу строилась. Мы тут сели выпить по... кто по пиву, кто почему. Да нам тут топить удали. Кушай. Так что лопаем. Мы уже дома. Я вот купила семечки, так и не пробовала. Не знаю, вкусные, невкусные. И такие помидоры взяла. С огурцами. Я вообще помидоры не очень люблю. Ну, посмотрим. Вот тут с огурцами и без уксуса. Не знаю, попробуем. У меня огурцы лидовские закончились. Решила вот такие попробовать. Русские. Ну и зефир. Обожаю зефир. Обычного не было. Вот взяла в шоколаде. Завтра с чаем попью. Такие вот вкусняшки. Но на следующей неделе у меня еще вкусняшки придут. Я там тоже кое-что заказала. Вот, так что на следующей неделе у меня уже вообще столько вкусняшек будет, что мама не горюй. Ну и не мама не горюй, а попа не расти. Ну посмотрим, а что-то телефон зажженный у меня. У нас так вкусно пахнет шашлыком. Короче, у нас вон там вот соседи, у них гараж. И они постоянно там тусят, делают разные. Сегодня же праздник какой-то святой, и вот они там праздник тусят. Ребенок едет. Смотрите, как на скейте. С горки. Так вот у них развлечение. Ой, так вкусно пахнет. Вот так вот они развлекаются. А что, здесь машин нету. Нам сейчас...
гулять можно. Как это, я смеюсь, говорю, идут молодежь. Время уже где-то около 11. Я говорю, а что они выходят, молодежь, из дома? Если в час уже все, ничего нельзя, все закрыто. Да, ситуэшн. Ну ладно. В общем, всего вам самого лучшего. Я буду с вами прощаться. Всем пока-пока.